У нас сбор мусора. Сбор мусора. И, соответственно, ветки, мелкие ветки, все тащим туда. Утро хоть и ранее, в Подушкинском лесу многолюдно. Идет генеральная уборка. Фронт работ большой, от сбора мусора до дробления сухих веток. Прекрасное настроение, коллективный труд это всегда сближает, тем более, что сегодня прекрасная погода. И поработать на благо своего округа всегда приятно. У нас сегодня во всех структурных подразделениях субботники. Участвовать в субботнике или нет, этот вопрос перед Анастасией не стоял. Девушка уверена, поддерживать чистоту там, где живешь, естественно. Мы сейчас убираем все опавшие ветки, вот, ну, потому что тут и собаки гуляют, и люди гуляют, мало ли поранится. Врачи и волонтеры, депутаты и школьники, чиновники и пенсионеры. Работа нашлась для каждого. Многие объединились в команды. Так быстрее и удобнее. Отличное настроение, хочется порядка везде. Так что мы с вами. Нет, нет, мы ежегодно во всех субботниках участвуем. В Одинцовском округе стартовал субботник. Это ежегодный субботник, который мы проводим в начале апреля. Я рад здесь находиться сегодня среди жителей нашего округа. После активной работы на свежем воздухе и аппетит хороший, организаторы это учли. Приготовили для участников субботника плов с овощами и горячий чай. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».